Заработали миллионы на инсценировке дорожно-транспортных происшествий. Перед судом предстанет группа лиц, обвиняемая в мошенничестве. В июне 2015 года житель областного центра организовал несколько человек с целью похитить средства страховой компании. В их числе друзья и родственники, а также страховщики и сотрудники госавтоинспекции. Для воплощения преступного замысла была разработана схема организации фиктивных ДТП. Участники группировки приобретали дешевые и дорогие авто, устраивали ДТП, при этом причиняя серьезный материальный ущерб, после чего составлялись подложные документы, по которым мошенники получали выплаты. В период с 2015 года по сентябрь 2016 они устроили 13 фиктивных ДТП и получили более 4,5 миллионов рублей от страховой фирмы. Свою вину в содеянном фигуранты признали частично. Судебные заседания пройдут в Ленинском райсуде.